В Москве прошли значимые для республики мероприятия. Всероссийская научно-практическая конференция «Россия. Единство в многообразии». Первая международная конференция «Кочевники Евразии. Социально-культурная динамика и влияние на исторические процессы». И «Буддизм в России. Современные практики государственно-конфессиональных отношений». Как сообщил Бату Хасиков, с коллегами из других регионов вопрос укрепления национального согласия, поддержки этнокультурного многообразия, духовно-нравственных ценностей обсудили старший администратор Центрального хурула Калмыкии Юн Ладой, представители научного сообщества Геннадий Корнеев и Эллара Амакаева. Наши земляки презентовали медиапроект «Всероссийская цифровая буддийская платформа», которая будет включать буддийский телеканал и интернет-портал. Реализация проекта позволит ознакомиться с учением Будды и культурой буддизма широкому кругу лиц. Рад, что в Калмыкии много инициативных людей, которые достойно представляют республику за ее пределами, прокомментировал руководитель региона. И он также добавил, что сейчас важно сохранять гармоничные межнациональные отношения. А такие форматы позволяют объединять многонациональный народ России.